Вот это да! Вот это красавец! Клондайк белых грибов! Друзья и гости нашего канала! Снова мы, 6 июня. Нам сказали, у нас есть боровики. Айда, будем проверять! Так. Смотрите, какая нога! Большая, плотная. О! Вот так вот. Если бы вы знали, друзья, сколько меня сейчас на меня сидят. Смотрите, сколько комаров. Это у нас москиты. Это... О, сколько они. Ужас, кыш. Маргарит гриб там увидел. Сушите весла. Нет, не вижу. Сейчас мы увидим. Ну слушай, мне-то. Ну вот, беги. Давай. Ага, сейчас, говорит, подъеду. Ну правильно, да. На машине надо вот как раз ездить по грибы, да. По лужам. Вот так вот север собирает грибы. Давай скорее. Да ты что? Ёлки! Обалдеть! Смотри, один, второй, третий! Вау! Это ж надо же! Аня! Тащи лукошко, четвертый! Тогда глушите! Пятый, шестой, глуши машину, смотри, да! Седьмой, восьмой! Вау! Грибы! Голуби! Так, ну что ж, друзья, смотрите. Мы только заехали с Анечкой в лес и увидели вот такое. Это просто вот, ну как говорится, подарок судьбы. Ты приезжаешь 6 июня в лес и опа, вот такие красавцы, белые боровики. Ой, какие сказочные. Вот так. Анечка, прикрывай. Так. Второй тоже, смотрите, друзья. Ох, аромат какой. Аромат, да, они пахнут сейчас необычно. Вот такой, и он весь целенький такой вот. Просто сказочный. Прикрываем. Так, переходим дальше. Вот, а во что? Это же просто чудо. Чудо чудесное. Ох, да, такой вот. Опа. И вот. Два. Их два сразу. Вот такие вот они. Прекрасные грибочки. Так, поворачиваем голову. Тут я еще видел. Вон они сидят. Прям ждут. Идем, 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 идем. Вот они. Вот такие вот. Красавцы. Да, да, да. Вот вам и ой. Такие. Опа. Один. Второй. Так. Вот. Еще два. И вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он. Чудесный гриб. Чудесный гриб. Так. Прям. Обратите внимание, сколько комаров увидите на экране. Но вы не представляете, сколько их сейчас в данный момент сидит на мне. Так. Так, это присыпали. Так, и вот он еще один. Хорошенький такой. Прям. Зла не хватает, когда комары тебя съедают. И не помогает ни пшикалка, ничего. Вот такой вот. Так, ну что ж. Вот мы почти дополнили ведро. Так, где-то тут я еще видел. Так, или все. Так, вышли мы с Анечкой в лес по грибы. Тихоохота 2022. 7 июня. Вот они у нас такие красавчики. Первые боровички. От жары аж потрескались. Смотрите, какие они красавцы. Вау, какой хорошенький грибочек. Прям такой лопатусик. О, он прям так хорошо сидит. Давайте его попробуем. Возьмем он. А вот он еще один. И вот они такие. Слегка потресканная.
Это первые боровички в этом году у нас. Вот, давайте его возьмем. С ножкой его прям. Так вот, смотрите, обратите внимание, какой он. Ах ты. Вот, даже ножка у него слегка червивый. Так, этот червивый, сейчас мы посмотрим этот. О, давай, дорогой, давай, выходи. О, как он плотно сидит. Так, ну ножка вот слегка тоже червивая. Вот, ножку мы заберем. Так, вот такие вот красавчики у нас, два штуки. Пока. Пойдемте искать дальше. Так, вот. Подкрадываемся тихо к грибочку. И вот он сидит такой, красавчик. Такой вот спрятался. Вот он. Такой на большой ножке, смотрите. Какой он. И комары, и комары. Так, ну что, дорогой, давай-ка мы тебя аккуратненько раз так вытащим. Присыпем ямку. Так, вот такой вот у нас грибок. Еще один боровичок. Потом мы тебя почистим. Какой он замечательный. Первый, 2022. Очень внимательно. Они еще небольшие. Ну вот такие вот они спрятались. Обратите внимание, как он спрятался. Ну можно было бы просто пройти мимо него. Вот так вот он за листиком спрятался. Такой сидит красавчик. Вах, какой грибок. Не супер большой, но зато первый сорт. Иди сюда, хороший мой. Вот так вот веточкой придавило он. Так, пробуем достать. Ух ты, какой грибок, друзья. Так, засыпаем. Засыпаем. Вот такой вот еще один грибок. Так, и вот он такой на солнышке. Весь пригрелся. Стоит такой. Да, Манечка вроде как еще и масленка нашла. Вот такой вот сидит. Давайте его посмотрим. О, да, этот не один. Их тут два. Так, ну этот мы точно срежем ножичком. Так, под самый корешок. Вот так вот. Вот такие вот. Чистенькие. Смотрите, какая у него ножка чистенькая. Ай, сказка. Вот это будет грибной суп у нас. Так, ну вот мы теперь еще нашли. Ой, маслят. Еще маслята. Так, Анечка маслят нашла. Ну что, все, сейчас мы точно корзинку насобираем. Так, у нас масленок. Маслята, вот смотри. Вот масленок такой. Красавчик маленький. А комаров-то сколько? Ужас. Тоже чистенький. Смотрите, какой масленок. Прям прелесть. И вот он еще один. Опа. Ух, какой большой. Смотрите, какой он чистый. И из снизу вообще изумительно чистый такой. Вот такой вот масленок. Поближе ножечку снимай. Вот смотри, какой малюсенький. Тик-тик-тик-тик-тик. Ова, какая чистота. Ах, какой гриб царский. О, смотрите, маленькие-маленькие. Тик-тик-тик-тик. Полезай в туесок. О, какая чистенькая грибочка. Маленький. И еще один. О, красота. Друзья, комариное полчище. Это просто что-то не с чем. Вот пока я тут ходил, еще троих нашел. Они вот такие все. О, боже, да мой, комары. Яжень вам несъедобный. Это что-то. Такое грибное нашествие. Вот это да. Вот такой он красавчик. И спрятался. И этот. Ну, давайте посмотрим. Я уверен, что он чистенький.
Так, один. Второй. Так, тоже чистый. И вот он еще один. Красавчик. Отлично. Такая еще троица у нас. Просто прелесть. Ну что ж, корзинка увеличивается. По такому лесу одно удовольствие ходить. Лето нынче холодное, прохладное. Наклоняем голову, смотрим внимательно. И вот он такой, еще один малыш. Прям маленький такой, крохотный. Спрятался. Иди сюда, грибок. Опа. Тоже чистенький такой вот. Весь чистенький грибочек. Со всех сторон. Друзья, мы продвигаемся вглубь леса. Обращаем внимание на все, что под ногами. И обнаруживаем еще один замечательный боровик. Просто смотрите, как он спрятался. Вот такой вот красотулька. Спрятался первый боровичок. Ах ты! Вот такой вот чистый. Просто красавчик. Смотрите, а какая еще ножка. Два нашла. Еще... Мы тут с Анечкой ходим. Вот. Аня у меня как ищейка. Разыскивает все, что есть. И вот он еще один спрятался. А сейчас вот я вам хочу показать, друзья, эмоциональный гриб. Так, этот вот. Такой вот он весь. А, мы его забираем. Если бы вы знали, друзья, сколько меня сейчас... На меня сидят, смотрите, сколько комаров. Это у нас москиты. Это... О, сколько они. Ужас, кыш. Ну что ж, грибок забираем. О! И вперед дальше, смотрите. Какой гриб. Сейчас, подожди, Анечка, смотрите, друзья. Вот это грибок. Вот это эмоции. Смотрите, какой гриб. Вот это красавчик. Плотный такой, тверденький. Обалдеть. Просто красавчик. Я даже не знаю, как его. Даже ножки не видно. Даже его ножки не видно. Смотрите, какая нога. Большая, плотная. Опа. Вот так вот. Вау. Вау, смотрите, вот. Вот это да. Вот это красавец. Клондайк белых грибов. Ну что ж, почти как один такой большой. И опять комары. Меня просто съедают комары. Только я поставил, друзья, корзиночку. И вот обнаружил. Вот такие. Просто среди горелого леса, среди листиков, мхов, вот такую троицу. Просто шикарную троицу. Да, посмотрите, какие они красивые. М-м-м. Да, такое я люблю. Даже не знаю, как их срезать. Аккуратненько надо так. Вот так вот. Срезали. Так, грибницу закрываем. Обязательно после каждого грибочка. И поворачиваем голову. Поворачиваем голову. И видим, опа, еще один. Вот такой же красавец, красивый. Большой. Просто шишечка у него. Ой, кыш, шишечка. Вот такой вот красавчик. Тоже наичистейший. Нет, этот червивенький. Но на сушку пойдет. На сушку пойдет. Так. Тут уже целая корзинка. Вперед. Я на седьмом небе от счастья. Опять. И опять удача. Опять удача. Обратите внимание, какой он, как он спрятался. Такой гриб. Ах ты хорошенький ты мой. Вот это да!
Вот это красавчик! Посмотрите, как он хорошо сидит, растет. Вот так вот его аккуратненько забираем. Ножку мы прикрываем. Вот так вот. Чтобы тут, как говорится, грибницу не прикрыть. И вот он еще один. Давай спокамись. Вот этот. Ух ты. Вот это да. Так, аккуратненько. Раз. Забираем грибок. Вот. И также присыпаем. Так, и вот он, по-моему, еще один маленький такой. Ох ты, какой красавчик! Так, мы его тоже срезаем. По-моему, сегодня я буду с распухшим лицом. Если бы вы видели, сколько на мне комаров. Смотрите, сколько комаров. Это просто я среди таких комаров собираю грибы. Опасное дело собирать грибы. Комары не хотят мне их отдать. Фух, пойдемте дальше. Такой красивый лесу. Не только комаров много, но и грибов, соответственно. Друзья, ну, то, что я сейчас нашел, я сейчас вам хочу похвастаться. Вот такой вот красавчик. Смотрите. Такой вот один. Вот он. Спрятался под веточкой. Под палочкой такой, говорит... Грибник, найди меня, съешь меня. Опа. Прекрасный. Чистый. Прикрываем. И вот это интересное расцветство наш от жары полопался. Вот такой вот боровик. Такой вот он красивый. Расцветочки есть. Как его хочется взять. Срезать и взять. Вот такой вот он весь. Ох ты. Приятное ощущение. И чистая ножка. Просто чистая, чистая. Все чистенький. Просто чистый гриб. Обалденно. Так, и вот здесь вот я еще один заприметил. На холмике. В песочке, правда, весь. Он весь такой из песочка вылазит. Говорит, сейчас мы его трусим. Он весь такой запесчанился. Вот так вот. Ух ты, он там не один, что ли? Вот такой он весь. Тоже чистый. Вот так вот. Такие красавцы. Ну что ж, друзья, побежали дальше. Друзья, по-моему, кажется, нашел огромную поляну с грибами. Давайте с вами для начала просто посмотрим и посчитаем. Вот смотрите, один маленький, потом вот он еще один спрятался, красавчик. Вот тут вот он так вот сидит и говорит: ах ты, лесник, забери меня. Грибник, это два. Поворачиваем голову. Вот он три. Чуть-чуть поднимаем голову. Четыре. Вот он, такой вот. Вот он пятый. Еще смотрим. Вот он шестой. Шесть грибов. Просто сказка. Теперь надо нам их аккуратненько все собрать. И главное не потерять. Давайте будем потихонечку их, пока нас не сожрали комары. Если бы знали, каких трудов это стоит сбор грибов. Вот так вот там, красавчик. О, чистенький. Такой вот. Один. Припорошили. Блин, в глаза. Прям в глаза грибы лезут. Фу, грибы. Комары. Так. Так, еще один. Потом еще один. Так, это третий. Так, закрываем. Это тоже закрываем. Так. И идемте еще три.
тоже забираем. Вот такой вот хороший гриб. Так, часть я уже высыпал. Так, еще один. Вот, теперь мы добираемся до вот этого маленького. Это у нас пятый, да? И вот он, который первого увидели. Эх, красавчик. О, тоже чистый. Такой вот он. Ну что ж, 6 грибов забрали. Так, а я еще тут маленького нашла. Вальдемар сказал, тут грибов нету. А вот он. Опа. О, какой красавчик. Чистенький, чистенький. А теперь смотрите, что я нашла. Это наш сморчок или строчок. Вместе с боровичком растет. Это условно съедобный гриб. Ничего страшного, его можно кушать. Только 15 минут отваривать в подсоленной воде. Очень вкусно. Вот, так что мякоть у него отличная. Так, где тут? Вот он. А рядышком с ним боровик. Опа. И еще один. Я бы его не заметила. Вот он сидит, друзья. Вот он маленький. Вот так вот. Ой, тем. О, чистенькие, красивенькие. Вот такой вот у нас урожайчик с маленького пяточка. Вот так вот. Ой. Но комары злющие. Ужас. Недолго думая, не пройдя и 5 метров. Покажи, какие полчища. Да я уже показывал. Это не полчища, это просто... Задают вопрос, почему мы иногда так быстро грибы собираем. Да потому что в такой тайге невозможно усюсюкаться с грибами. Так. Ну, берем. Друзья, этот мы забираем. Конечно же, он чистый. Переходим сюда. Еще один красавчик. Вот, его мы тоже срежем. Вот так вот он получается. Еще один гриб. И поворачиваем голову. Где-то тут я видел. О, меня уже просто... Все, меня уже... Съемки закрываем, быстро бежим, да, друзья, собираю. Друзья, сейчас мы... Это будет последний гриб, который я снимаю на камеру. Следующие грибы мы будем собирать быстро. Быстро, да. И я вам их потом покажу. Ну все, я уже... У меня терпелка закончилась. Покажи хотя бы, что собрали. Да, то есть вот смотрите, пол ведра здесь и пол корзинки. Отличный сбор и отменных грибов. Потом мы их почистим и сложим аккуратненько. Вот, друзья, пока мы собираем грибы, смотрите, какой у нас тут сосед гуляющий. Какие когти. Ух ты. Лапка-то у него совсем не маленькая. Такая, на 4 пальца. Так вот тут прошелся, так хорошо он прошелся. Явно, что это было рано утром или ночью. Потому что отверстие, куда он втыкался когтями, еще мокрое. Значит, ушел. Ну, большой волк, большой. Надеюсь, это волк. Так, Анечка пошла собирать грибы. Сейчас и мы пойдем искать. Ну что, вот они, два братца-акробатца. Прям такие замечательные. Спелые, свеженькие. Еще червями не покусанные. Не погрызанные. Пробуем его аккуратненько так раз. Опа! Смотрите, какой он свеженький, чистенький. Грибничку прикрываем. И вот он второй. Такой вот спрятался. Растет так красиво. С такой красивой рассветкой от того, что жарко, лопается все. И вот тоже чистый. Таких вот два прекрасных гриба. Забираем их. Продолжаем наш весенний заход по грибам. И тут вот обнаруживается еще боровичок. Масленок и боровичок. Я масленка подобрал, но не стал его подбирать, а этого я не увидел. А Анечка говорит: Василич, ну как же ты мог не увидеть?
такого красавчика. Знаете, он спрятался прям. Опа. Вот так вот его. Ножка большая. Присыпаем. И в лукошечко аккуратненько ложим. И вот он у нас. Тут кто-то кого-то скушал. Прям вот. И где-то тут Анечка сказала. Прям перышки. Кто-то кем-то позавтракал. И вот он еще один боровичок. Ух ты. Да и не один. Этот совсем сухой. А вот этот вот. Такой вот он. Спрятался. Мы его заберем. Кукушка кукукает. Кукует. Так. Ну, вроде бы не видно. Пойдемте. Ну, я точно бы его не нашел. Я же смотрел на эту корень. Да. Вот это да. Хитрые? А, хитрые какие. Ну, это были твои грибы, поэтому я срезаю Анечки на грибочки. Вот он так вот под пенечком. Я же смотрел на него. Ох, как он красиво они спрятались среди пенечка. Так, один забираем. Такой вот с большой ножкой жирный. И второй. Опа. И второй. А эту коряшку обратно положим. И вон он еще один спрятался в норке. Такой сидит. Точно бы я его не увидел. Да он не один тут, смотрите, друзья. Их тут два. Два красавчика. Вот это удача. Вот это удача. Один. И еще один. Вот так вот. Так, вот такая вот у нас удача. Прям в одном месте. Ух ты, красота. Красота. Так вот у нас корзинка уже полная. Нет, не все. Вот он рядом. Может, кто-то и вас обратил внимание. Но я-то не заметил его. Он, вот он сидел. Но он мягкий, испорченный. Почему-то. Так. Корзинка полная. Остальное складываем в ведро. Вот мы и прошлись буквально в течение часа с Анечкой, прогулялись. И как вы думаете, мы то, что мы хотели, мы запланировали, мы собрали. Мы собрали чуть больше полведерка белых отменных вот таких вот шикарных боровиков, плюс лукошка. Даже умудрились найти два сморчка. Ну, по поводу сморчков, не знаю, будем готовить их или нет. А вот то, что мы с белыми боровичками сегодня обязательно супчик приготовим, и еще их пожарим, да еще и комаров наедимся. Это точно. Поэтому все, кто были с нами и наблюдали, как мы собирали среди полчища комаров, это ж невозможно. Вот. Оставайтесь с нами. Поехали домой. Это что-то с чем-то. После трудового грибного дня переехали домой. И Анечка чистит грибочки. Да, очень много вот песчаных. Ну, там совсем немножко их. А так ну, просто. Равно, да. Надо главное песок потом хорошо. Главное, что они первые. Да. Они первые. И мы первые. И мы первые. Не, ну может быть не первые, но сняли на видео первые. Ура. Сейчас фильм смонтируем. И покажем вам, друзья, как мы среди комаров собирали этих прекрасных боровиков. Они такие сказочные все. Просто Танечка их чистит. Молочная прям вообще. Угу.